Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Unit 3, секция 2, упражнение 24. Interview your classmates. Опросите своих одноклассников. Итак, давайте посмотрим, что вам нужно узнать. How long does it take you to get to? Сколько времени вы тратите на дорогу, чтобы добраться до? The nearest bus stop. До ближайшей автобусной остановки. Ответ может быть следующим. About 5 minutes. Около 5 минут. The nearest underground station. До ближайшего метро. Ответ может быть следующим. A quarter of an hour. Четверть часа. Следующий вопрос. Заканчивается словами. Your favorite supermarket. Вашего любимого супермаркета. Ответ. About 20 minutes. Около 20 минут. The disco club. Вашей дискотеке. An hour. Час. The stadium. До стадиона. Ответ может быть half an hour. Полчаса. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.